надо красиво положить, чтобы они... Ну что ты говоришь о мяснике? Садисты и убийцы лобстеров. Убивицы. Убивицы, да. Все живые, вон шевелятся. Дай ей... Урок! А, дай мне урок! Она для этого ехала, чтобы убить кого-то. Берешь острый нож. А я думала сюда. Нет, сюда. Вот сюда. Окей. Режешь внутрь. Бедный! Бедный! Так ты его сейчас пополам разрежешь. Да. И вот, он мертв. Нет, он еще шевелится. Ему плохо, у него агония. Что делать? Вызывайте доктора. Доктора скорее. Все. Видишь, они испугались, они все замерли. И делают вид, что они уже мертвы, чтобы их не резали. Первый готов. Его можно сразу. А наручники теперь можно снимать? Нет, пусть он... А, да.